Джон Дерек Янси, более известный под своим сценическим псевдонимом Ила Джей, американский рэпер, певец и продюсер из Детройта, штат Мичиган. Джон Ила Джей Янси родился в 1986 году в семье музыкантов. Он рос в атмосфере, где все было пропитано музыкой его матери, оперной певицы Морен Янси и отца-басиста одной из джаз-групп Дэвид Янси и, конечно же, старшего брата, гения музыки Джеймс Джей Дила Янси. Его отцу даже предлагали контракт с Motown Music, но он отказался и продолжил заниматься музыкой самостоятельно. У мистера и миссис Янси также была своя группа акапелла. Музыка заложена в генах рэпера. Будучи ребенком, Джон пел в церковном хоре, неоднократно получал награды в конкурсах талантов. Джон Янси был младшим из четырех детей, включая сестру Марту и двух братьев, Эрла и Джеймса. Его семья жила в доме недалеко от МакДугала, в восточной части Детройта. По словам одного из основателей Slum Village, прежде чем заняться музыкой, Ила Джей больше всего интересовался баскетболом. Нашего героя, Ила Джей, всегда восхищал его родной брат. Джей Ди всегда был его идолом. И что бы он ни делал, Джон старался достичь тех же успехов. И когда 10 февраля 2006 года Джей Дила покинул этот мир, Джон вступил на новую тропу своей жизни. Тогда он оставил учебу в университете Мичигана, чтобы посвятить себя музыке. Переехал в Лос-Анджелес, где открыл для себя новые музыкальные перспективы. Цитаты из его интервью. «Мой отец играл на бас-гитаре в джазовых группах. В качестве гострайтера он написал хит «It's a Shame» для группы The Spinners. Моя мать была оперной певицей. Я всегда интересовался музыкой, но в какой-то момент сосредоточился на баскетболе. Хотел стать новым Майклом Джорданом. Я до сих пор большой его фанат. В школе я написал эссе о том, кто мои главные идолы. Джордан и мой брат Джей Дила, и я хотел быть». Как они. Ила Джей приехал в Лос-Анджелес и начал брать уроки вокала во время тура со Slum Village, участником которого также был его брат. В 2008 году он выпустил свой дебютный альбом Yancey Boys, в котором он читал рэп поверх ранее не издававшихся битов Джей Дила, которые были сделаны продюсером и несколько лет оставались в офисе Delicious Vinyl. Ила Джей всегда с трепетом относился к своему брату, считал его своим примером, а также написал несколько треков, посвященных покойному Джей Дила. Более того, Джон ежегодно устраивает музыкальный фестиваль, посвященный своему покойному брату, под названием Dilla Fest. В 2009 году Stone's Throw Records выпустил цифровую инструментальную версию альбома. За свой дебютный альбом Ила Джей был награжден премией Independent Music Award за лучший альбом в жанре рэп и хип-хоп. В 2013 году он сотрудничал с Фрэнком Нитом, чтобы выпустить Sunset Boulevard, на котором также были представлены ранее не издававшиеся биты Джей Дила. Кстати, малоизвестный факт. Свой первый рэп Ила Джей написал еще в 13 лет вместе со своим старшим братом. В 2014 году он покинул Slum Village, чтобы заняться сольной карьерой, и переехал в Монреаль, Канада. Подписав контракт с Bastard Jazz, Ила Джей работал с продюсерами Potato Head People над своим одноименным вторым альбомом 2015 года. Альбом является его первым оригинальным произведением и получил положительные отзывы критиков. Ила Джей хоть и пишет музыку в стиле хип-хоп, но считает себя певцом, о чем говорит в своем интервью. «Ты вообще себя больше видишь как, рэпера или певца? Как певца. Вот почему Стивен Вандер еще одна моя ролевая модель. Рэп это просто, но чтобы хорошо петь, нужно много работать и поддерживать себя в форме, иначе ничего не получится». В 2017 году выходит третий альбом Ила Джей «Home». «Home» — это посвящение звучанию Motown, американская звукозаписывающая компания, но в футуристичной манере, в видении музыканта, чьи родители слушали Motown, но сам он вырос на хаосе, техно и хип-хопе. «Home» и следующие альбомы выпущены под независимым лейблом из Германии Jakarta Records. Вот что об этом говорит сам музыкант. Вообще, что значит быть подписанным на мейджор? Ты записываешь альбомы и ездишь в туры. На так называемом независимом лейбле ты делаешь ровно то же самое. Да, мейджор-лейблы вкладывают больше денег в твой бюджет, но это значит только то, что ты должен отработать больше денег. Так зачем работать с большим лейблом? Сейчас у меня хотя бы остаются права на свои записи. Но в начале карьеры я по-другому смотрел на вещи. Завидовал музыкантам с большими контрактами. Сейчас я разобрался в том, как работает индустрия. Следом за Home Ила Джей выпускает свой следующий альбом, который он называет своим настоящим именем – Джон Янси. В альбоме 2018 года Ила Джей использует преимущественно калифорнийское хип-хоп звучание. В своих треках он рассуждает об отношениях, жизненных препятствиях и путешествиях. Его тексты действительно способны пробуждать чувства в человеческом сердце. Проекты Ила Джей всегда имели неплохой успех среди слушателей и критиков. Именно этот факт помог ему добиться признания в индустрии и любовь фанатов со всего мира.
Джон идет в ногу со временем и активно ведет свои социальные сети, делится со своими подписчиками новыми релизами, фотографиями и личными новостями. Таким образом, из аккаунта певца мы узнали о его свадьбе, которая состоялась в 2020 году. Джон и его девушка Сара Самира поженились. Пара встречалась достаточно долго и решила связать свои отношения браком. Свой последний альбом Ила Джей выпустил в 2022 году совместно с соул-певицей Харли Блу. «Hideout» стал первым продуктом, который музыкант спродюсировал самостоятельно. Как мы уже говорили, в детстве Джон играл в баскетбол и был очень вовлечен в этот вид спорта. Янси до сих пор остается большим фанатом этой игры. Он посещает баскетбольные матчи и даже является амбассадором спортивных брендов Nike и Air Jordan. Болеет музыкант, кстати, за Lakers. Ила Джей – один из уникальнейших представителей хип-хоп-индустрии 21 века. Его лирика наполнена глубоким смыслом и заставляет задуматься о многом, а биты качают миллионы его слушателей.